Уважаемые коллеги, я рад приветствовать вас в Ашхабаде на очередном заседании Совета министров иностранных дел сотрудничества независимого государства и объявить наше заседание открытым. В нашем заседании впервые принимает участие министр иностранных дел Республики Армения Сарханян Бакбачевич, Республики Казахстан, Элюб Гюрды, Мухтар Чистенников, от имени Совета и всех присутствующих хочу сердечно приветствовать наших коллег и пожелать им успехов в дальнейшей ответственной дипломатической деятельности. Я открываю наше заседание, предоставляю слово председателю исполнительного комитета, исполнительному секретарю СНГ Сергею Николаевичу Лебедеву для